Вот здесь я нашел крест, еще, так сказать, плющит. Иду, иду, я такой иду, и оп! Вот, отстань, отстань от меня! О! Пристало, вали отсюда! Сейчас глаз вырву. Все, мы сейчас здесь покружим. Буду кружить, как бабочка, и жалить, как бегемот. Чистый, смотрите. Обойдем кругом. Привет, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. Знаете, чего-то такого хочется. Ну, например, чтобы не работать, ничего не делать, и все было, и при этом еще были кубики на прессе. Ну, я понимаю, это все мечты. Давайте более реальным. А реально мы сегодня будем копать. Приехал я на одно место, как мне казалось, перспективное. Еду, смотрю, через посадку трактор ходит. Думаю, вот сейчас я дам дрозда. Вот я первый покопаю, трактор не пашет, а он дисками шел. Выезжаю, а там... Ну, как всегда, сейчас покажу. Вот, друзья, какое красивое место. Приехал я, а там уже ходят. Кто? Кто его знает, кто? Кони в пальто бегают, кружат. Как-то они так машут. Невнятно. Ну, походу, находок особо нет. Ну, значит, поедем куда-нибудь в другое место, потому что здесь ловить уже нечего. А думал покружить. Может, на вторую сторону реки переехать? Смотрите, здесь тоже были люди. Короче, обиделся я на них и поехал дальше. Приехал вот еще за мной одно интересное поле, но проехать сюда, конечно, было... Уа! Но здесь глыбы большие, не с моим коленом. Но мы побегаем, покружим, а потом поедем дальше. Почему? Потому что у нас сейчас осень и убирают поля. Так что, может быть, где-нибудь чего-нибудь мы-то накопаем. Как я говорю, если будет хотя бы две монетосины, две, значит, видео жить. А не будет, удалю, не впервой. Что это за штука? Она показывает, где лежит Катин пятак. Вот идешь, так, бэм-бэм, пятак, пятак, Димон, забери. А если серьезно, считает шаги. Просто интересно, сколько по полю за день набегаешь шагов. Так что, пойдемте кружить. Может быть, нам чего-то улыбнется. Или, как всегда, ничего. Место как бы неплохое, но глыбы очень большие. У нас была засуха. И вот так вот трактор это все сделал. Хотя дом, вот он. Вот, прямо сразу и дом. Следов пока не вижу. Но, может быть, они порхали, как бабочки. Так трам-трам-трам. Вражины. Пойдемте. Вот такие вот глыбы на домике. Но следов здесь, друзья, море. Наверное, те три супостата здесь с утра уже побегали. Вот еще один дом. Но, если честно, нет у меня желания с моим коленом по таким глыбам бегать. Здесь лучше по весне. Вот нашел один сигнальчик, где-то был. Согласен, сигнальчик интересный. Сейчас выкопаем, где он был, где-то здесь, и посмотрим. Но здесь часто алюминий, так что кто его знает? Кто его знает, что нам оставили те три пассажира неместные? Ой. На таком только ноги убивать. Поле. Какой-то он уже странный. Загадочный сигнал. Ты где? О, руки я с первого раза. Смотрим. Опа-на! Хо-хо! Сразу увидел, что это монетосина. Только, увы, грусть, печаль. Вот так вот всегда. Если чего-то более-менее хорошее, значит, убитое. Смотрите, как ее тракториста саданула. А сохранчик был неплохой. 20 копеек, 1879-го, походу. Вот и не знаешь, таким находкам радоваться или огорчаться. Но все же монетосина! Начало положено. Поедем мы на другое место. Может быть, там поля для гольфа. И мы там покопаем.
потому что здесь много не поймать. Поехали! Попытался разогнуть монетку, и вот что получилось. У нас 20 копеек 1879 года. СПБ НФ. Это у нас Александр II. Материал серебро 500-й пробы. Вес 3,60 грамма. Диаметр 22,2 мм. Тираж 23 миллиона 70 тысяч 5 штук. И одна у нас. Но, увы, в таком состоянии монетка цены не имеет. Присмотритесь, видно, что внутри она не из серебра. Вот потому это и белон. А может фальшак, а? Час езды, и мы с вами на нужном месте. Чего здесь будет, кто его знает. Но пока ехал, у меня приключилась вот такая вот авария. Смотрите. О, башмак сломался. Ух ты, вражина. Но мы его починим, если будет мешать. Вот у меня есть скотч. А чего, вокруг ноги замотаю и нормально. Не ехать же домой, тем более погодка прекрасная. Башмак копу не помеха, не буду в одном шлепке копать. Хе-хе, пойдемте. Подъезжал местный житель. Тоже поисковик, сказал, здесь все выкопано до меня. Были. О. И Днепропетровский, и он копал не раз, но ничего интересного не находил. Сигнал как жбонь, но найти надо. А, вот вижу, смотрите. Наверное, картечь. Хотя по ощущениям... О, и чего это? А, похоже на эту, на пулю казацкую. Древность, 17 век. Или это я хочу такое видеть? Кто в курсе, подскажите. Ну, чего нам? Днепропетровские, местные. Мы покружим. Нам много-то не надо. Пару монетосинок. И мы в шоколаде. Турум-тум-тум. Кружим. Небо какое. Тихо-тихо. Вот сигнал. В чьих-то следах. Согласен. Звучит как кака. А если убрать землю? О, чудо! Он стал лучше. Так что сейчас выкопаем и посмотрим. А, да, я калошу починил. О, смотрите. Скотч делает чудеса. Так, где-то вот здесь, да? Опа. Одной рукой неудобно. Надо же выкопать онлайн хотя бы одну шмурдячину. Так. Земля такая, что лопату не вставишь. Так, сейчас выкопаю и покажу, потому что так неудобно. Выкопал? Правда, сигнал поменялся уже, но стал более... О, уже квакает какая-то жбонь. Жбонь, ты где? Где-то здесь. Опа-на! Вижу, вижу! Свет в конце туннеля! Ра-тат. Пуговка, смотрите, даже с ушком. Ну давай только не гладкая и не коцаная. Ну-ну-ну, этот волнующий момент. Оп. Не, походу чего-то есть. Орел, птиц. Ушко зачет. Так, сейчас мы сделаем и кукин-квакин. Just a moment. Смотрите. Тарарарам. Орел с топорами, я же правильно вижу, да? Топоры вот, какая-то жбонь по центру и вот сверху нарост. Но вот же ушко от топора, один, а он второй. Вот это да, у меня такой еще нету. Вот тебе и приезжали, и били, и нам чего-то оставили. Туц-туц-туц-туц-туц. Чего почищу, обязательно покажу. Все, коп уже удался. Кружим, кружим, кружим по району, кружим, кружим. Ха-ха, извините. Пугу чистил очень бережно. Смотрите, чего у нас получилось. У меня такая первая. Ух, да, спереди на пуге это никак не брак. Это так делали ушко. Просовывали сюда проволоку, шмяк, и получался рисунок. Потому и видно букву «С». В нашем состоянии можно попросить гривен 25. Это где-то чуток меньше доллара. Или 53 рубля. Но дадут ли? Но я продавать не буду.
Эх, да, сигналов немного. Вот один. Какой-то он странный, видите? С этой стороны вообще. Не сигнал. Вот, а так уже лучше. А, так он сверху где-то. О, на советик похож. Ну что, советик тоже монетка, бывают достаточно редкие. Ага, нету. И где ты? Раритет. Понятно. А, вот. Вот, отстань, отстань от меня. О, но это не монетка. Что это? По ощущениям, чего-то толстое. Похоже на пломбу. Да, она самая. Пломба. С орлом без. Сейчас посмотрим. Не, орла нету. Вот такие вот надписи. Но живая. Если кто-то знает по пломбе, подскажите. Интересно. Царская или уже нет? Хм. Забираем. И походим. Почему-то хочу еще туда. Там точно есть рубль Екатерины, а? На этой пломбе видны какие-то надписи, и звезда наталкивает на мысль, что это уже СССР, но красивая, не знаю, почему-то люблю я разные такие маленькие штучки, пойдет в коробочку с пломбами, тоже очень они у нас нечасто красивая. Фух, да, друзья, как-то не густо, находил уже много сигналов нет, все не то и не так, может не так ищу, надо, как говорят, пока не помажешь, о. Шапка не туда, не поедешь. Взял я еще яблочко, похоже на что? Ага. Положу деду еще яблоко. Может быть, чего-то подкинет взамен на яблочко. Яблоки дорогие, это же витамины. Ой, еще походим. Потому что у меня выбор-то небольшой. Больше я никуда не поеду с моим коленом. Везде глыбы. Да еще не все убрали. Так что яблочко положим. И пойдем кружить. Не переключайтесь. Радует только одно. Хорошая погода. Сигналов нормальных нет. Похоже на совет или на золото. Но никак не на империю. Не, ну лично для меня та пуговка уже сделала коп, но хочется что-нибудь постарше. Крестик или монетку. Где-то здесь. Ага, вот, вижу. Вижу чего-то тоненькое и маленькое. Дирхем или как там их. Какая-то жбонь. А может быть пломба? О, с признаком. Just a moment. Смотрите, пломба с орлом. Царская пломба. Тарарарам. Это у меня уже вторая. У меня уже коллекция. Две пломбы с орлами. Кто-то скажет, да она маленькая жбонь. Да какая разница, царская пломба. Все, мы сейчас здесь покружим. Буду кружить как бабочка и жалить как бегемот. Потому что на осу я не похож. Кружим. Пломбу почистил и смотрите, чего получилось. 20 копеек положил для масштаба. Такая маленькая кроха и видно там орел. Это означает, что проба царского периода. По цене не знаю, думаю, очень недорого. Лучше кучкой. Вот это кто-то дал, смотрите. Один кратер, второй и третий. Чего же здесь было, а? Закопаем. И пойдем дальше. Где моя лопата? Ну что, друзья, показываю, чего накопал за полтора часа. Вот такая вот жбонь. Кто его знает, чего это? Походу еще и вот ушко или зацеп. Вот такой вот гвоздь эпичный. И такая вот штука. Я такую одну приварил
на вольер собаки. И наконец-то вот он. Чистый, смотрите. Обойдем кругом. Как песня, да? Где он? Ну вы поняли. Фух. За сколько ходьбы, может быть, я там манитосина. Ой, чего-то твердое. А может быть, конечно же, железяка. Я уже таких выкопал не одну. Думал, монета, а оказалось, кукин-квакин. Ой, чего-то уже крюкает, квакает. Какой-то он двойной. Вот, 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 вот. Чего-то вижу, но непонятно, что это пока. Кругляшок. Монетасина. Фух, я думал, сегодня буду без монет. По размерам чего-то маленькое и тоненькое. Может быть, какалик. Сейчас помоем и посмотрим. Во, это полушка. У нас тут все говорят полушка, но говорят, надо правильно говорить полушка. Люблю такие монетки, это же какая древность. Вот эти монеты у нас самые старые. Класс, недаром сегодня приехал. Ах, душа поет. Выйду на поле я копать, далеко меня видать. Злая мошка в рожу лезет, а рожа у меня большая. Мошек много поместится, ах, какая благодать. Пойдем еще вот сюда, вот здесь покружим. Ходить легко, сигналов нету. Полушка, красавица, у нас они очень редко, 1731 года. Это у нас монета Анны Иоанновны. Материал, понятно, медь. Вес 4,10 грамма. Диаметр 18,5-20,5 миллиметров. Можно рискнуть и попросить 10 гривен. Это 37 центов или 21 рубль. Вот, смотрите, вот там я только что выкопал полушку. Пошел сюда. Ну, достаточно чистый, чтобы проверить, но бьет как жбонь. Походу сверху. Жбонь, ты где? Этот волнующий момент. Вот видите, керамика есть. И где ты? Не здесь. Опа-на! Ча-ча-ча! А, смотрите! Это крест! Настоящий крест! И целый, и целый! Тарарарарац-тац-тац-тарарац! Кто-то скажет, чего ты больной? Обычный крест, друзья! Это обычный крест за 5 лет! Настоящий, иди отсюда, настоящий крестик, смотрите, с ушком. Я долго мечтал найти настоящий крестик. Это, наверное, детский, потому что маленький. Теперь надо найти такой же, только большой, и листик большой и маленький. А потом будем серебро копать. Ха-ха, сбылась мечта кашалота. Ух, как жарко стало, а! Всю жизнь мечтал найти крест. Тот, кто не находил, не понимает, как хочется найти то, чего нету. Вот оно, это как ауриус. Пускай недорогой, но у меня есть крест. Извините, крестик, сбылась мечта. Позвони сейчас Андрюхе. Крестик чистил и не дышал, потому что, чтобы не сломать, есть маленький изгиб, но я даже не думал его чистить, потому что когда-то один похожий угробил. По цене тоже не определял, потому что для меня это мега находка, бесценная. Красавец получился. Солнышко вышло. Смотрите, чего выкопал. Во! Опа-на! Нож Киевской Руси. Вот видите лезвие, а вот так вот
загнула рукоятку. Ха! Пассажир, гони сюда мобилу. Чик-чик-чик-чик-чик. Пассажир. Да. Кончик чуток сломан. Ну а так чего? Вещь эпичная. Заберем. Чуток я его полирнул, но я думаю, он не расстроится. Патину я ему не попортил. Сумку. И продолжим. Смотрите, нашел молот Тора. Шмяк, шмяк, шмяк. И хана супостату. Это, походу, палец из гусеницы трактора. Но это какой-то полнотелый бочоночек. И били им, походу, неплохо. Но потеряли. Может быть, тракторист? Заберу, буду козу привязывать. Оса задолбала. Солнышко вышло, тучки разогнало, красотень. Тепло стало, в моих калошах даже жарко. Смотрите, наконец-то сигнал мечта, чтобы не сглазить. О, последний раз хрюкнул, но я думаю, что... Ого, ого, где-то здесь. Вот эта земля... Бетон. Опа-на! Смотрите, видите? Ха-ха, не видите? Вот она. Часто вот так вот в сухой земле. Вот эта шайба. О, какой кругляк, а? Шайбу, шайбу. О. Зеленая. Блестит. А что это, я даже не знаю. Может быть, чего-то Екатерины? Тоненькое. Just a moment. Сейчас посмотрим. Нет, это 2 копейки Елизаветы Петровны. Наверное, перечекан. Того и такая тоненькая. Залюбили ее, конечно, до смерти. Но все же, это монетосина какая, на 2 пальца. О, заберем, конечно, в карман. Не знаю, чистить буду или нет, потому что здесь... Чистить-то особо нечего. Дома посмотрим. Пойдем еще с вами туда. Осень потихоньку, неумолимо, но приближается. Уже деревья желтеют. Был сигнал вот отсюда, верховой. И так скажем, я его локализовал. А то был слева, справа, где-то здесь. Ага. О. Смотрим. Опа-на! Крест, крест, друзья! 2 креста за день. Вот это пруха! Конечно, ушка нет. Но вот такой вот крестик. Походу, бронза. Равнять не буду. Потому что уже научила. Чуток помою, а там посмотрим. Говорят, надо нагреть. Если не греть, сразу же сломается. Проверено. Ну что, забираем еще. Кружим. 2 креста. Вот та-та да ля потам тра та там та 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 там. I'm sorry. Привет, мистер Дырка. Привет, дурачок. Сам дурачок. Вот здесь я нашел крест. Еще, так сказать, плющит. Иду, иду, я такой иду. И оп. Смотрите, мечта. Сверху, сверху. Ха-ха, облом. Подкрался незаметно. О, какая штука. А думал, монета. Ну что, бывает, медь заберем. Если насобирать такой штуки КамАЗ, можно поехать на Мальдивы с мулатками. Все, пойдемте. Оса пристала, вали отсюда. Сейчас глаз вырву. О, был верховой сигнал, и выпала вот такая вот пуговка. Но, походу, поздняя накладочка ее разорвала. Я вот чего думаю. Погодка-то хорошая. Сейчас чуток покопаю и сниму, наверное, видео про бла-бла-бла. Настроение хорошее, крестик, пуговка с якорями. Про бла-бла-бла, конечно, выйдет скоро. Это видео, кто его знает.
Но те, кто следят за каналом, будут знать, когда я его снимал. Ну, походим еще. Уже иду к машине. Нашел вот какой-то кружочек. Думал, крутилка. Походу, не крутилка. Тер-тер. Но так и не понял, заговариваюсь, чего это. Так что дома отмою и покажу. Похоже на монету, но било как жбонь. Интересно стало. Если ничего не видно будет толкового, все равно напишу, чтобы вы знали, что это за антиквариат. Ну что, пойдемте еще поговорим. Долго и упорно я чистил этот кокалик, и у нас получилась 1/2 копейки 1897 года. СПБ, это у нас понятно, Николай II. Материал монеты медь, вес 1,64 грамма. Диаметр 16,15 или 16,3 миллиметра. Тираж только, представьте, 75 миллионов. Ну, как по мне, монетка получилась неплохая. Можно попробовать попросить гривен 15, это в районе полдоллара или 32 рубля. Иду к машине, вот дом. Прям на доме стою, смотрите, поймал какой сигнал. Это я копнул уже. Думал, может быть, поменяется. Не меняется. Ну что, попробуем выкопать. Если как, вырежу, какая разница. Походу, ой, глубокий. Но так часто бьет металл. Ну и... как бы прибор не перерубить. Еще там копаем. Сейчас выкопаю и покажу. Выкопал. Фу, выкопал яму по колено. Проверил, сигнал был там, хрипел. Металл начал зарывать. Потом все-таки пнул ногой. И вот, смотрите. Налетела аж сюда. О, все-таки монета. Толстая какая. Глубоко лежала, больше штыка. Что это, я не знаю. Дембельский аккорд. Сейчас посмотрим. Это деньга. 1750 года. Но это не я ее саданул. Вы же видели, она была вся грязная. Глубоко лежала и прям на доме. Это же надо... как глубоко достал. Вот вам, говорят, Нел не достает глубоко. Больше штыка. Сантиметров 40. Ну, эту помою и покажу. О, не туда снимаю. Красивая монетка, старая. Все, теперь точно идем к машине. Последняя монетосина. Коп удался. Лично мне понравился очень. Погодка прекрасная, пойду снимать для вас про бла-бла-бла, хочу поговорить. Вот такие вот монетки у нас попадаются самые старые. Это деньга 1750 года, монета Елизаветы Петровны. Материал медь, вес 8,19 грамма, диаметр 23-28 миллиметров. Если обнаглеть, можно попросить 10-15 гривен, это в районе полудоллара или 21-32 рубля. Фух. Ну что, друзья, товарищи, на сегодня все. Бобик сдох, кукин-квакин, и не знаю еще, как объяснить. Ноги чуток болят, находили мы сегодня с вами почти 29 тысяч километров. Ну, почему так много? Да потому что находок-то немного, а хочется чего-нибудь. Последние-то дни, сегодня вообще ветер 0,4 показывал интернет, а завтра 10. Чувствуете разницу? Сегодня просто необходимо было куда-то поехать. Как-то сначала, честно, копа огорчился, потому что приехал на то место, а там ходят какие-то пассажиры не местные. Да и билончик тут 20 копеек расстроил. Это выходит как? Вот такая вот маленькая монетка, такой большой трактор, и шмяк прям посередине. Прям снайпер какой-то, тракторист-вредитель. Я знаю, что это. Это, во-первых, закон подлости, а во-вторых, это всемирный заговор трактористов. Ну согласитесь, кто копает, часто находите монету порубленную. Если еще и хороший сохран, обязательно шмяк. Вот если кокалик, нет, ты что, никогда.
будет как пуп и красивая ровненькая. А если хорошая, шмяк пополам или вообще кусок отрубят. Это всемирный заговор. Их жаба просто душит. Они же потом смотрят видео. О, на том поле, где он пахал, нашли манитосину. И он думает, ах вы. И потом едет специально, шмяк, шмяк, хрясь. И все. Но это как теория. А что вы думаете по данному поводу? А если серьезно, мне понравилось. У меня такой монетки, фу. У меня такой пуговки еще нету. Там орел с якорями. Фух, я-то, наверное, вам показал уже, я надеюсь. А я еще не чистил. Я все в ожидании, что она, может быть, будет хорошая, потому что там какой-то нарост и окисел. Также крестик. Я-то нашел два, но, если честно, вот тот второй я не считаю крестиком. Это как монет позднего совета. А вот тот такой толстенький, старый класс. Вот то настоящий крестик. Еще бы найти листик, ну и какой-нибудь старенький из серебра. Вот так я губу раскатал. Спасибо, друзья, что смотрели. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, пожелания, пишите, все обсудим. Можно мне написать на почту, она есть в описании канала. Кто есть в ВК, пишите в ВК. Вот в Одноклассники можете, если вас больше нигде нету, но я там редко, потому что у нас вот сейчас эти соцсети работают. Контакт как-то работает еще более-менее. Одноклассники, но пишите, зайду. А кто есть в Facebook, туда пишите, везде пишите. Везде увижу и отвечу. Если я не ответил, значит, не видел. Можете повторить вопрос. Те, кто со мной давно, знают, что я отвечаю всем. Даже тем, кто без кукушки в голове. Хотя, честно, еще надеюсь, что мы в этом году покопаем. Потому что только начали убирать кукурузу. Вот такая вот скошенная стоит. А ее должны еще переделать. И есть одно поле, где попадалось динарии. Я думаю, туда пойти хочу в этом году еще динарик. Эх, классно, пойду сниму-ка я для вас бла-бла-бла. Оно-то выйдет раньше, чем это видео. Это, наверное, уже зимой, но хочу поговорить. Настроение хорошее, потому что нашел пугу и крестик. Так что, если вы смотрите это видео с утра, хорошего вам дня и доброе утро. А если смотрите вечером, хорошего вам и романтического, или просто спокойного вечера возле телевизора. Эх, красотень, пойду с вами говорить. А по находочкам у нас вот так вот. Пуговка какая-то непонятная. Потом вот орлянка с якорями. Белончик, конечно же, захран супер, но увы. Нашел еще какую-то пластинку. Вот цифра 11 и 71. Но это, наверное, не год. Я думаю, это с севалки старой. Две пломбочки, походу пуля казацкая, пломба одна царская. Вот, ха-ха, крест. Настоящий крест. Полушка, деньга, двушка, наверное, и не знаю еще чего. Спасибо вам, что вы смотрели. Вот так у нас сегодня. Вот так у нас сегодня. Все спрячу. Все, моя прелесть. Вот, смотрите, отходил нормально. Супер. Дыра, конечно, с палец, но скотч. У нас все на скотче держится. Нормально. Надо только всегда с собой скотч брать. О, карбон.